Телевизия нет, но как будто здесь. Вот сейчас не видно. Нормально. Если ты присутствуешь, нельзя взять. Это у нас с тобой, Сань, морская пешеходная экскурсия. Thank you.
Thank you.
купаться в море, напоминает. Расстояния большие, там, но там просто, ну, там нет ничего. А там примерно 4 километра, ну, до воды. Кажется, что вот перед там, там же океан, кстати, ледовит океан. Ну да. Такое ощущение, что близко все, а на самом деле человек там маленький-маленький стоит где-то вдалеке. Вот здесь вот очень такая вот по-другому. Понятно. Да, вроде все сжато. Ну, все по-другому просто. Ну вот это соотношение размеров. Да. Это Риберт, Левиафан стоит. Там рядом Ладейная называют, там две вот эти деревни, Триберка и Ладейная. Там все это заброшено. Вон гнездо, смотри, вон, да. Вон твоя это, Владочкина гнездо, видишь? Хорошо, да. Ну вон оно. Ты хотел туда же? Да. Ну я да, я хотел жить в нем. Ну вот, жить там. Бакинский промышленник, который его построил, ну, но не довелось. Ну отсюда поплывем назад. Ты же хотел? Конечно, хотел. Ну, чтоб ты всему вот автобус не говори, что я еще хотел, да? Ну, я все не буду совсем. Ну, ладно, через, а то я много чего хочу. А то я расскажу, что ты хотел совсем. Ну, расскажу, что сейчас. Обратно поедем, все идет грустный, на меня смотрит, его куда-то ведут, ему не хочет совсем. А я улыбаюсь, сижу, ай, мальчик, видишь, мама идет. Ага. Он меня так, знаешь, поворачивает сзади, смотрит на меня, таким грустным, грустным глазами очень. А я так сижу, и мне так по кайфу, когда-то, мне так хорошо, когда другому плохо, я смотрю, ты, так вот, да, иди, мальчик, иди, да, иди, давай. Иди, грустный такой, да, я вижу, да. Давай, иди, куда ведут тебя, на закладе. А ну тащит, да. А мне хорошо, да. А мне не тащит никуда, я сам куда хочу, туда иду. Да, да, ты уже родился. 40 лет уже. Первый твой живой Ваня. Да, Сань, первый твой Ваня, да? Что он такой грустный, может быть, он хочет на калифорнийском пляже полежать, понимаешь? Он уже живет же здесь, в Ялте, понимаешь, Сань? Что? Мальчик. Мальчик? Он же в Ялте живет, наверное, житель. Ну, наверное, я не сам. Ну, может, он грустный, потому что он в Калифорнии ему там, может, пляж нравится, а тут что? Я думаю, об этом не думает. А? Я думаю, что он об этом не думает. Ну, да, конечно. Конечно.
Родина. Не угонишь ее, да? Покататься.